Всем привет! Смотрит? Пока нет. Мы застряли тут в пробке. Пробка 37 километров была написана вот на въезде в тоннель. Писец, какая-то авария. Но одно радует. Мы едем рядом с автобусом, в котором есть Wi-Fi. Автобус прямо за нами едет. Я замерзла. Паша меня заморозил, все, я сижу в одеяле. Я хочу спать, но я мужественно сижу. Кто смотрит? Все перестраивались заранее. Вот, короче, в тоннеле реклама практически на каждом радио Монте-Карло. Прикольно. Кстати, мне нравится это радио. У вас есть в Риге? А у нас есть радио Монте-Карло. Ну все, мы же уже в одну. Папа Карло, там съезжать раньше. Потеряли. Третий город. Да. У нас в Крыму есть генуэзская крепость. Строили генуэзцы. +18 у нас стрим. Потому что... Что? Албисон. Там тут заранее всех огородили, чтобы все перестроились. И все, каждый останавливается, смотрит, что случилось. Да, и поэтому пробка. Тоже стоим. Так, автобус от нас в трех машинах от нас. Поэтому немножко, наверное, у нас тут подвисает. В Ютубе, что ли? Нет, ВКонтакте. Нет, ничего. Едем по горам, через тоннели в основном. И внизу справа у нас море и города всякие. Жадный автобус там. Ну вот сейчас мы не так высоко, а так вообще бан идет высоко над городами. Можно на них посмотреть сверху. О, где-то машинки спят. Я уже спать хочу. Слишком много техники.